На штанге у каждого не меньше центнера. Кто сильнее, в минувшую субботу выясняли ивановцы на региональном чемпионате по пауэрлифтингу. В спортивном зале энергоуниверситета собралось более 60 юношей и девушек. Здесь как профессионалы, знающие толк в железе, так и начинающие спортсмены. Соревнования проходят по приседания, жим лежа и тяга двумя руками. Вот сумма трех упражнений и складывается. Представительницы прекрасного пола парням не уступают, заказывают все больший вес. Оксана в пауэрлифтинге новичок, тренируется только в свободное время, а вот его немного. Девушка – мать троих детей. Времени на тренировки хватает не всегда. Попытка взять вес – 105 килограммов. Не получилось. Занимаюсь вообще всего полгода. Как бы тренер увидел, подошел. Сказал, давай, надо попробовать. Попробовали. Все получается. Ну, конечно, хотелось бы лучше. Сейчас мой результат 100 килограмм. Хочу 120, как минимум. Почти полтора центнера, 145 килограммов, ждут на помосте Анастасию Терентьеву. Весной девушка стала мастером спорта. Вес выбирают с умом, чтобы избежать растяжений. Результат средний. В принципе, когда рисковать можно на соревнованиях немного выше уровня, всероссийские соревнования, когда уже входишь в авантюры, вешаешь больше, рискуешь. В программе дня у атлетов еще два упражнения – жим лежа и тяга двумя руками. Чтобы выступление прошло успешно, нужно не только много тренироваться, но и адекватно оценивать свои силы при выборе веса. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.